за ребят, проявили характер в непростых погодных условиях. Еще раз повторюсь, против не слабой, я бы сказал, очень хорошей команды. Сегодня мы счастливы. Вопрос, пожалуйста. А вы знаете, что получится задать 3 очка здесь, на выезде в Астану, при такой погоде? Ну, мне рассказывали, я-то не знал, какая погода. Но погодные условия были, на самом деле, непростые. И ветер сильный, и состояние газона. Ну, еще раз повторюсь, у нас команда опытная. Ребята нацелены в этом сезоне на достижение результата. Меня это радует. Я вижу, что есть команда. Мы только создаем ее. И эта игра в том числе подтвердила, что мы идем в правильном направлении. Спасибо. Спасибо вам. Удачи.